Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас удивительный, интересный расклад, называется «Неожиданность». Очень часто так бывает в жизни, что мы смотрим какие-то прогнозы, гороскопы, даже просматриваем будущее, а потом в нашей жизни происходят какие-то неожиданные для нас события и ситуации. Конечно, я стараюсь и в прогнозах тоже это учитывать, и всегда говорю, когда возникнут в вашей жизни непредвиденные и неожиданные события и ситуации. А сегодня мы именно конкретно это с вами и посмотрим, какие же неожиданные события, ситуации произойдут в вашей жизни. Обратите внимание, в загаданное вами время вы можете загадать от 3 месяцев до года именно какое-то важное, неожиданное событие. И посмотрим конкретно, в какой сфере и какое влияние на все сферы окажет это событие или данная ситуация. Как из нее выйти, конечно же. Расклад будет глубокий и многогранный расклад. Я буду делать на 3 колодах. Это моя знаменитая трилогия «Арканум», «Телема» и «Миллениум». Естественно, вам сейчас нужно в первую очередь сосредоточиться на себе любимых и прислушаться к своей собственной интуиции и выбрать ту колоду, которая вам нравится или которая у вас отзывается. При этом, девочки, напоминаю, что это все-таки общий онлайн-расклад. Конечно, его точность зависит только от вашей интуиции в данном случае. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber или WhatsApp. Только смс и только на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите внизу под этим видео есть, в описании, на заставке к данному ролику. А также я оставляю в комментариях полезные для вас ссылочки и свои контакты. Поэтому смотрите мои комментарии, они всегда вверху. То есть всегда самый верхний комментарий – это мой. Также, девочки, напоминаю вам о законе обмена энергиями и о законе сохранения энергии. Поэтому ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады на моем канале. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение и очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Ну и приступаем конкретно к раскладу. Я сейчас уберу ручки. Выберите колоду, поставьте сейчас видео на паузу, если еще не выбрали. Ну а я сразу приступаю, потому что, ну, возможности видео многогранны, да, можно выбрать. Я уберу те колоды, на которых буду делать расклад чуть позже. И начинаю я с Таро Арканум. Для всех, кто выбрал Таро Арканум, сейчас расклад будет именно для вас. Я колоды достала уже изначально, чтобы не тратить на это время. Итак, девочки, начинаем. Итак, первый вопрос. Какая неожиданность вас ждет? Загаданное вами время. Какая же неожиданность ждет вас в загаданное? Все загадали время от 3 месяцев до года. Итак, смотрим, какая же ждет вас неожиданность. Угу. Дальше. Что эти неожиданные события, ситуации принесут в вашу жизнь хорошего? Что будет не очень здорово? Как эти события и ситуации отразятся на ваших финансах? Ну, очень даже хорошо.
как данное событие и ситуация отразятся на вашей эмоциональной сфере. Переживания будут все-таки. На здоровье как отразятся. На работе, карьере и бизнесе. Как отразятся данные события на личной жизни? Итог неожиданных событий. Ну, итог замечательный. Старший аркан – суд. Ну, теперь, девочки, рассказываю вам. Итак, девочки, самое главное, это какое же неожиданное событие ждет вас в загаданное вами время. И это событие очень важное. Смотрите, в зависимости от того, в какой сфере вы находитесь, работаете ли вы или у вас свой бизнес. Если вы работаете, то неожиданным для вас будет то, что вам либо неожиданная смена работы, прям вот действительно неожиданно. Неожиданно предложат вам какое-то очень респектабельное место работы, причем еще и с хорошей зарплатой. Для некоторых из вас предложат новую должность, и это тоже будет очень неожиданно. И для тех, ну, для некоторых еще из вас, если вы все-таки продумываете начало бизнеса, то я хочу сказать, что начнете вы его прям неожиданно, прям вот так сложатся обстоятельства, что вы решите, все, нужно начинать здесь и сейчас. Прям действительно вижу именно неожиданное начало бизнеса. То есть действительно вот все обстоятельства так сложатся, что вам нужно будет начинать. Для тех, кто не работает, но хочет работать, здесь действительно подвернется такое очень стоящее место работы, за которое нужно будет, ну, судя по картам, буквально хвататься руками, потому что, с одной стороны, вам неожиданно предложат очень хорошее место работы, а с другой стороны, вам потом еще за это место работы придется и побороться. Еще один момент. Возможно, если вы работаете, вдруг неожиданно вы займетесь творчеством. То есть помимо работы займетесь творчеством, которое будет приносить вам деньги. И еще для некоторых вполне возможны неожиданные события, независимо от работы. То есть я вижу именно неожиданные события в сфере работы. Но здесь еще я вижу и в личной жизни неожиданные перемены. Если вы одиноки, то появится мужчина с серьезными намерениями в вашей жизни. Причем неожиданно, как-то вот неожиданно вообще для вас. И практически сразу вам предложат серьезные отношения и совместное проживание. Если вы в паре, то неожиданным будет для вас, то есть совершенно неожиданно вдруг мужчина предложит совместное проживание и, возможно, даже брак. Для тех, кто уже в браке, то неожиданным для вас именно в личной жизни может быть смена места жительства. То есть смена квартиры, скажем, покупка недвижимости вполне может быть и переезд на новое место жительства. Ну, скажем, ваш муж решил сделать вам сюрприз, то есть это действительно для вас будет неожиданное предложение. Так что вот такие неожиданные события вас ждут в загаданное вами время. Период мы взяли не совсем маленький, но это будет главное событие, и которое будет неожиданно для вас. И даже после предсказания я хочу сказать, что это событие все равно. Вроде бы вы и будете думать,
Но в любом случае, раз уже это событие заявлено как неожиданное, оно произойдет неожиданно и внезапно. Времени на раздумья у вас не будет. То есть вам нужно будет решать здесь и сейчас. Поэтому событие будет таким неожиданным. Ну, давайте рассмотрим все плюсы и минусы данного события или данной ситуации и как эта ситуация повлияет на все сферы вашей жизни. Что принесет хорошего? Во-первых, для кого-то вы встретите вот этого мужчину, я потом дойду до личной жизни, скажу, получается, в связи со сменой работы или в связи со сменой должности или с началом нового бизнеса или занятия творчеством, ну, в связи с переменами в вашей жизни и появится, то есть для тех, кто одинок, появится мужчина. Ну или произойдут какие-то изменения, которые я уже озвучила в личной жизни. Это именно в связи с переменами в работе или бизнесе. А, да, еще не рассказала, девочки. Для тех, у кого есть свой бизнес, это будет, скорее всего, развитие бизнеса, то есть какое-то новое направление в бизнесе. Вы вдруг решите внедрить что-то новое абсолютно. Это тоже будет во благо, причем действительно так сложатся обстоятельства, что раз, знаете, как бывает, вот думаешь о том, ну, чтобы сделать такое новое и интересное. А потом, вот у меня часто так бывает, когда я смотрю, всегда обращаю внимание на рекламы. Рекламы появляются везде, и в электронной почте, и на Ютубе постоянно тоже какие-то рекламы. И, ну, вообще, на любой странице интернета, собственно, всегда с удовольствием смотрю рекламы. Потому что именно рекламы наталкивают меня на какие-то очень интересные мысли. Для того, чтобы как-то или что-то изменить в себе, в своем творчестве, в своей жизни. Поэтому очень люблю рекламы. Потому что есть чему поучиться. Какие-то слоганы интересные всегда записываю. У меня всегда под рукой тетрадь и ручка. Вот. Ну, чего я вам желаю, собственно говоря. Обращайте внимание на рекламы известных брендов. У них есть чему поучиться. Дальше. Все-таки о хорошем. То есть кому-то это принесет именно любовные отношения, любовный союз, совместное проживание. Не сказала я для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, но дойду до личной жизни, обязательно скажу. В любом случае, это либо любовный союз, то есть именно в любовной сфере у вас наладятся отношения или появятся отношения, если у вас их не было. Дальше. Это будут прекрасные отношения в коллективе. Прекрасные отношения, то есть благодаря тому, что у вас улучшится ситуация в работе, карьере или бизнесе, в чем я вижу неожиданные изменения, благодаря этому у вас улучшатся все сферы жизни, то есть взаимоотношения, коммуникации с вашими родственниками, с вашими друзьями, с вашими близкими, с вашими вторыми половинками, с вашими детьми. И отношения в коллективе тоже. Поэтому здесь именно все, любые взаимоотношения улучшатся. Вот что эти изменения принесут вам хорошего. Возможно, потому что вы как-то немножечко почувствуете себя увереннее или как-то почувствуете себя выше по материальному положению, потому что я уже вижу, что материальное положение будет значительно выше, чем было до этого. И поэтому, именно поэтому наладятся все взаимоотношения, потому что вы почувствуете больше уверенности и больше, ну, какую-то почву прямо под ногами, да, то есть именно стабильность в своей жизни почувствуете. И у вас изменится совершенно настроение, и вы к людям станете немножко по-другому относиться, как-то с большим уважением или с большей любовью. Дальше смотрим, что не очень будет хорошего. То, что, во-первых, придется много работать. Во-вторых, придется
вам самой проявлять инициативу. Вот. А когда проявляешь инициативу, да, конечно, есть опасность. А понравится ли ваша инициатива начальству? Но здесь действительно от вас требуется именно инициатива, проявление инициативы. Вот. Плюс и начальник будет требовать эту инициативу от вас. Вот. А еще, девочки, один момент я умолчала, который я здесь вижу. Профессиональное развитие вам понадобится. Не обязательно это какое-то обучение. Могут быть курсы, может быть какая-то командировка по обмену опытом, скажем. А может быть просто вы уже на своем рабочем месте или на новой должности, или, скажем, начиная новое направление в своем бизнесе, как-то вот будете учиться. Учиться, получать какие-то знания любым способом абсолютно. Но здесь, конечно, вам сложно в том смысле, что нужно и работать, и учиться. Вот, и плюс еще семья, заботы. Ну, семья, я имею в виду всех по-разному. Да, у кого-то муж, дети, у кого-то родственники, у кого-то появившийся мужчина, который тоже будет требовать к себе внимания, естественно. Ну, в общем-то, действительно, работы будет много, и от вас действительно будут требовать именно инициативу. То есть это то место работы, где на вас будет определенная ответственность, и именно вы должны будете проявлять инициативу, как сделать эту работу лучше, быстрее, качественнее, ну, по-разному. Зависит от того, какая это будет работа. Дальше, как данное событие отразятся на вашем финансовом положении? Вы будете довольны и счастливы. Это старшая аркан-императрица, которая говорит либо о прекрасном, быстром развитии бизнеса, то есть благодаря началу, благодаря, может быть, вашему творчеству, то, что я рассказывала, либо благодаря новому направлению в бизнесе. Ваш бизнес начнет быстро развиваться. Либо благодаря новой должности, как я сказала, новая должность. Но если это для вас другое место работы, то, видимо, перейдете вы на другое место работы тоже с повышением. Если новое место работы, то есть если вы в поисках, то в любом случае место работы, которое будет вас радовать, вы ощутите свое призвание. Самое главное, что будете очень довольны зарплатой или прибылью в бизнесе, если это бизнес. Дальше. Как отразятся данные изменения на вашей эмоциональной сфере? Будете вы переживать очень сильно по старшему аркану смерть. Почему будете переживать? Во-первых, такие очень быстрые будут внезапные перемены, просто головокружительные. И осознать все это сразу, принять, и тут от вас требуют и повышение квалификации, да, или повышение вашего уровня знаний, профессиональное повышение. И тут же от вас требуют инициативу, и тут же работы стало намного больше. Да, статус выше однозначно, выше зарплата, но при этом и ответственности значительно больше. Конечно же, будут переживания из-за перемен, таких быстрых, быстрых перемен, которые вы не в состоянии сразу осознать и принять. Ну, как бы любой человек не в состоянии принять какие-то быстрые перемены. Дальше, девочки, смотрим, как данные перемены отразятся на вашем здоровье. И здесь по тузу мечей, по здоровью, возможно, эмоциональное или нервное перенапряжение. Конечно, в связи с такой многозадачностью, естественно. Потому что инициативу надо проявлять и повышать уровень образования или уровень знаний по данной должности, то есть к чему-то учиться, конечно, будет. Но прогноз благоприятен, то есть, скорее всего, вы справитесь. Но при этом туз мечи все-таки советуют вам найти хорошего, квалифицированного специалиста, разбирающегося в проблеме, потому что при таком сильном нервном перенапряжении, скорее всего, нужны какие-то поддерживающие или лечащие препараты. То есть я вместе с картой туз мечей советую вам все-таки обратиться к
специалисту. Для некоторых из вас берегите свое здоровье, потому что в этот период возможны переломы, травмы, что вообще никак не входит в ваши планы абсолютно. Вот. И еще для некоторых, если у вас есть какие-то серьезные заболевания, то возможно хирургическое вмешательство. Вот. И причем, скорее всего, то есть учитывая тему расклада, будет это как-то неожиданно. Да, неожиданно вам предложат хирургическое вмешательство. Но тут тоже будьте внимательны, также нужно будет найти высококвалифицированного специалиста. Прогноз благоприятен для всех. Самое главное здесь и основное, девочки, это все предупреждение, да, берегите свое здоровье. Если чувствуете, что не хватает сил, что начинается вот это нервное перенапряжение, обратитесь к врачу. Пусть он, я сама всегда в весенне-зимний период обязательно пропиваю поддерживающие препараты. Иногда витаминки, иногда препараты, которые стимулируют мозговое кровообращение. Ну, в зависимости от того, как я себя чувствую. Но, естественно, если вы молоды, у вас прекрасное здоровье, может быть, вам и не надо. Не советую никогда успокоительные препараты. Почему? Ну, потому что меня они, например, затормаживают. Я тогда не могу работать в полную силу. Ну, смотрите, самое главное найти действительно квалифицированного специалиста, который посоветует какой-то препарат, который поможет вам с работой справиться, чувствовать себя прекрасно и быть на позитиве, естественно. Ну, смотрим дальше. Теперь влияние на сферу работы, карьеры и бизнеса, собственно, та сфера, в которой эти самые перемены и произойдут. И по пятерке жезлов, смотрите, после того, как вы поменяете работу или приступите к каким-то новым обязанностям, или это новая должность, начнется, хотя в коллективе как бы все прекрасно, но тем не менее все равно будет чуть позже. Конфликт в коллективе или с начальством. Но конфликт здесь не острый. Это не увольнение, это столкновение интересов. То есть вы будете отстаивать какие-то свои интересы. От вас же требуют инициативу. Вот и будет инициатива. Естественно, что не все понравится вашему начальству. Это нормально. Вот. Поэтому здесь не стоит разочаровываться или переживать. Просто нужно какую-то еще инициативу проявлять. Нужно спокойнее относиться. Потому что мы все разные люди. То, что нравится одному человеку, не обязательно понравится другому. Могут быть разногласия в коллективе, могут быть. А тем более, особенно, если вы все-таки на новую должность вступите. Какое-то соревнование, конкуренция, если у вас, ну, это может быть и в коллективе, и в бизнесе, да, естественно, конкуренция, противостояние. Но я хочу сказать, что у вас тут все прекрасные перспективы по бизнесу, собственно, как и по работе и карьере. Хотя борьба будет. Тут здесь действительно борьба за власть, соперничество или желание доказать начальству что-то, да, или коллегам по работе что-то доказать, что вы лучшее. Вот. Ну, в любом случае, то есть это не острые конфликты, еще раз вам говорю. Здесь именно борьба. Борьба за власть, борьба за место, борьба за идею, борьба борьба в связи с доказыванием своей точки зрения. То есть в любом случае какая-то будет борьба, но чуть позже, уже после того, как эти все события произойдут, но именно это. То есть, ну понятно, у кого-то зависть будет в связи с тем, что вы либо хорошую работу нашли, либо поменяли работу, либо действительно заслужили должность, либо потому что вдруг ваш бизнес начнет быстро развиваться. Завистников будет много. Вот это по пятерке жезлов, эта карта основана именно, то есть вот эта борьба, она основана именно на зависти других людей.
И поэтому вам придется отстаивать свои интересы и в отношении начальства, в отношении коллег, но больше именно в отношении коллег я это вижу. Дальше, на личную жизнь. Ну, я немножечко личной жизни уже коснулась, потому что сильно повлияет это на вашу личную жизнь. Если вы одиноки, я уже сказала, что благодаря вот этим неожиданным переменам появится в вашей жизни мужчина. Это мужчина, у которого рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Мужчина страстный, активный, энергичный, жизнерадостный. Мужчина младше 35 лет. Если вы значительно старше 35 лет, то мужчина будет младше вас на год, два, пять. Вот. А появится он сразу с чувствами, так прям неожиданно ворвется в вашу жизнь и будет вас стремительно завоевывать. И, скорее всего, уже загаданное вами время начнется страстный и бурный роман. Дальше, для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, здесь в зависимости от описания мужчины, либо ваш мужчина, с которым у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, ворвется в вашу жизнь для того, чтобы вас вернуть, либо какой-то другой мужчина появится в вашей жизни. И в любом случае одиноки вы точно не будете, у вас будет любовный страстный роман. Либо с тем мужчиной, с которым вы ранее расстались, либо это будет новый мужчина. То есть подумать, если описание подходит, значит ваш мужчина, если описание совершенно другое, значит это будет новый мужчина в вашей жизни. Дальше, для тех, кто в паре, неожиданные перемены будут. Это перемены именно в сторону серьезных отношений, то есть как-то вот неожиданно ваш мужчина предложит вам либо куда-то вместе переехать, либо уехать даже вместе. Особенно вот у кого роман на расстоянии, возможно, мужчина предложит вам переехать к нему. Или предложит ну, то есть будет такое предложение, что он сам к вам переедет на совсем, ну, именно для совместного проживания. Потому что я вижу здесь либо совместное проживание, либо даже брак. Вот. Ну и для тех, кто в браке, тоже такие неожиданные перемены. Я бы сказала, переезд на какое-то новое место жительства. Либо мужчина вам предложит какое-то неожиданное путешествие, неожиданную поездку куда-то. Либо еще, скажем, если мужчина в отъезде, да, если, например, он на заработки ездит, может быть, на вахту или еще как-то, может быть, работает в другом городе или в другой стране, то имейте в виду, что он вернется очень неожиданно. Понятно, что как бы период большой, да, 3 месяца, от 3 месяцев до года, сколько зависит от того, сколько вы загадали. Но имейте в виду, что будет какое-то неожиданное возвращение вашего мужчины. Ну и итог теперь рассмотрим. Итог данных перемен. Здесь новая должность, новая работа, то есть перемена работы, перемена статуса, как я говорила, повышение статуса. Для кого-то даже замужество уже в этот период состоится, для тех, кто в паре, и не только для тех, кто в паре. Вы можете в этот период от 3 месяцев до года и встретить мужчину, и уже к концу данного периода вполне можете выйти за него замуж. То есть я вижу законный брак. Ага, все перспективы у вас тут есть, собственно говоря. Так что вполне возможно. То есть не обязательно только для тех, кто в паре. Даже для тех, кто, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, все то же самое. То есть если вы еще не в браке, то после примирения вполне возможно оформление законного брака. Также, девочки, и для тех, кто в паре, и для тех, кто в браке, переезд. Либо вместе с мужчиной на новое место жительства, может быть, в другой город или другую страну. И в связи с этим у вас будет перемена работы.
Вот. Но неожиданно, то есть это все будет неожиданно. Как-то вот мужчина вам предложит, и ведь прямо не будет время на раздумья, то есть вот просто вот собирайся и поехали. То есть переезд будет неожиданный. Дальше. Про смену статуса сказала, должность сказала, еще какие-то документы, быстрое оформление каких-то документов, наследство. В финансовой сфере у вас прям такая карта шикарная. То есть может быть и получение наследства вполне возможно. И здесь оформление документов в связи с наследством и может быть в связи с переездом. Причем по переезду, вот еще очень хочется мне добавить, а для кого-то это прям переезд такой будет, ну, сам переезд не будет неожиданный, вот что я хотела добавить. Неожиданно будет предложение о переезде. А к переезду, конечно, вы должны уже основательно подготовиться. То есть сам переезд вряд ли будет для вас неожиданностью. А вот предложение о переезде на другое место жительства, в другой город или в другую страну, будет для вас очень даже неожиданным. По поводу бизнеса, тоже прекрасно развивающийся бизнес. Увеличение прибыли в бизнесе, победа над конкурентами, оформление лицензии, установление каких-то выгодных контактов с высокопоставленными людьми, с высокопоставленными чиновниками. Вот, в общем, тоже все прекрасно. Так что события неожиданные, быстрые, но действительно во благо, то есть вы будете по большому счету довольны и счастливы. Но будет также много работы и много переживаний. Хотя на самом деле здесь переживания, да, и некоторая борьба будет все-таки. И инициативу нужно будет проявлять. То есть такой период будет очень насыщенный. Но перемены будут неожиданные, но именно в лучшую для вас сторону. На этом желаю вам счастья, радости, удачи. Принимайте свои неожиданные перемены с радостью, меньше переживайте и будьте счастливы. Переходите в конец видео, там, как всегда, будет карта исполнения желаний. А я перехожу, девочки, к следующей колоде. И следующая колода это у нас Таро Телема. Колоды, как я сказала, я уже достала. Вот эта замечательная колода, простите, Таро Телема. И следующий расклад я делаю именно на ней. Так, для всех, кто загадал замечательную колоду Таро Телема, посмотрим, какие же вас ждут неожиданности. Загаданное вами время. Очень надеюсь, что вы загадали время. От 3 месяцев до года. Самое главное, неожиданно, именно неожиданные такие важные перемены мы с вами посмотрим. Итак, первое, что мы смотрим, какая неожиданность вас ждет. А что данная неожиданность принесет хорошего в вашу жизнь? Что будет не очень хорошего? Как эти события отразятся на вашей финансовой сфере? Как отразятся на эмоциональной сфере? На здоровье? На работе, карьере и бизнесе. На личной жизни. И итог данных неожиданных событий. Итог замечательный. Переживаний, конечно, у вас здесь много, но итог прекрасный.
честно говоря. В событийном плане у вас никаких неожиданных перемен, даже если вы год загадали, именно неожиданных перемен в вашей жизни не случится. Но что тут? Здесь по семерке кубков и внутренних перемен тоже не будет. Просто вы ждете. Ждете, возможно, делаете какие-то практики, занимаетесь аффирмациями, медитациями, либо просматриваете видео на исполнение желаний и ждете. Ждете, когда же в вашей жизни произойдут эти неожиданные перемены, которые принесут вам головокружительный успех и в работе, и в карьере, и в бизнесе, и в личной жизни. То есть иллюзии, иллюзии, фантазии об успехе. Вот что главное. Вот. И самое интересное, всегда рассказываю вот в конце видео, когда выкладываю карту на исполнение желаний, что не ждите. Не ждите, а вы ждете, фантазируете, да, вместо того, чтобы что-то делать. Ведь когда вы начнете делать что-то в сторону исполнения вашего желания, то тогда желание воплотится в жизнь. Тогда Вселенная почувствует, да, у вас серьезные намерения, да, действительно вам это действительно нужно, вы предпринимаете шаги определенные, и стоит вам это дать. Да, иногда желания действительно исполняются по щелчку пальцев, но это вот настолько нужно ощутить, что это уже присутствует в вашей жизни, и вот в этом состоянии находиться, вот, для того, чтобы ваше желание именно так. И то не все желания могут так исполниться. Вот. Поэтому вот что я вижу у вас, самое главное, что у вас только фантазия об успехе и ожидании. А действий именно в сторону вашего желания я не вижу. И причем вот это ожидание, когда вы ждете, оно блокирует ситуацию. Я вот чувствую сейчас, даже делая вот этот расклад, как заблокирована ситуация. Вот настолько зажата, что не может ваше желание воплотиться в жизнь. Не может Вселенная его сейчас исполнить, потому что ваше ожидание не дает возможность. Понимаете, ожидание, оно так и останется ожиданием, когда вы ждете. Почему? Потому что Вселенная это воспринимает так, что вы хотите все время только ждать. И Вселенная вам это дает. Ждите. Ждите всю жизнь. То есть можно ждать всю жизнь исполнения вашего желания. Потому что именно так воспринимает Вселенная. А когда вы чувствуете вот это ощущение подъема, ощущение того, что ваше желание уже исполнено, вы уже все получили, и вы на гребне успеха, вот тогда ваши желания в жизни воплощаются. Когда вы не ждете, когда вы либо действуете в сторону вашего желания, оно начинает постепенно тогда воплощаться в жизнь. Либо когда вы прям вот полностью ощущаете, как я вас, ну, есть такие видео, где я учила, да, ощутить запах, вкус, звук вашего желания, то есть все абсолютно. Даже, скажем, вот, к примеру, вы хотите машину, приобрести машину, и вы должны представить, что есть у вас уже эта машина, представить вот полностью, как вы сидите за рулем машины, запах новой машины или не новой, но вот этот запах машины, потом ощутить вот именно тактильные ощущения, да, как вы прикасаетесь к рулю или к сиденьям, как вы ведете машину. То есть все. И вот в этом ощущении побыть. Да, и при этом, если начинают возвращаться ваши мысли, что опять я хочу машину, вы так будете всю жизнь ее хотеть. То есть убрать именно вот это звено, лишнее звено здесь это ожидание или хотение. Понимаете? Вот это вот самое главное, это то, что я пытаюсь сейчас до вас донести. Потому что я здесь вижу это. Ну, смотрим дальше, девочки. Что хорошего-то принесут вам ваши иллюзии, в принципе? Вы мечтаете. Очень нравится тоже мне пословица. Мечтать
Нет, хотеть. Хотеть, мечтать не вредно, да, вредно не хотеть. Хуже всего, когда человек даже не мечтает. То есть мечтать это уже хорошо, по большому счету. Вот. По королеве Пентаклей. Вот эти ваши мечты об успехе, да, мечты об исполнении какого-то вашего желания, все равно они принесут вам то, что и работа у вас стабильная. Ну, я думаю, что и сейчас она у вас стабильная. То есть здесь я именно не вижу изменений. Но если вы ищете работу, то найдете такое, ну, достаточно перспективное место работы с достаточной зарплатой, ну, хорошей зарплатой. Вот. Для тех, у кого бизнес, это налаженный бизнес, по крайней мере, вы его наладите, да, сделаете максимум возможного, чтобы ваш бизнес очень хорошо работал. Действительно, будет бизнес налаженный, вы приложите для этого усилия. Вот. Кроме того, скорее всего, займетесь еще, то есть появится у вас возможность наладить или заняться, скажем, обустройством собственного жилья, дома, быта, а также своей собственной красотой, своим имиджем. Но здесь смену имиджа я не вижу, ну просто именно своим телом, своей, не знаю, прической, еще чем-то, ну то есть именно заботой о себе позволит вам это все. Самое главное, вам позволит финансовое положение. Потому что финансовое положение будет хорошее и стабильное. Увеличение не вижу, но стабильность, да. Это то, что будет хорошего. То, что ваши мысли, ваши ожидания успеха, то, что принесут хорошего. Не будет вот этого скачка быстрого, да, чтобы вам с неба прям все упало. Этого не будет, хотя вы именно этого и ждете, чтобы вам прямо все упало с неба. Но так не будет. Почему, я вам объяснила. Дальше. По пажу кубков. Что будет не очень хорошего? Ну, во-первых, в вашей жизни появится какой-то мужчина, молодой, чувственный, интересный, обаятельный, очаровательный. Это может быть и мужчина вам идти или по бизнесу, скажем, может прийти к вам на работу устраиваться, либо от этого мужчины будет предложение о сотрудничестве, скажем. Вот. Либо это коллега по работе, мужчина светлый шатен с голубыми или зелеными глазами. Но молодой, моложе 30 лет. Если вы старше 30 лет, то мужчина будет моложе вас лет на 5-10. Но может быть и действительно совсем молодой. Но вот этот мужчина ничего хорошего в вашу жизнь не принесет. Если вы, скажем, ждете от этого мужчины каких-то, ну то есть для личной жизни, каких-то действий или какого-то предложения или чего-то еще, то можете не ждать ничего хорошего, ну, по крайней мере, ничего такого от него не будет. Может быть, проявление чувств ждете. Неважно, коллега он или просто ваш знакомый. А может быть, появится в этот период новый какой-то мужчина с чувствами в отношении вас, и вы будете от него ждать каких-то действий, шагов, начала романа. Нет, ничего такого я не вижу со стороны этого мужчины. Кроме того, карты предупреждают о том, что и для сотрудничества он не подходит. И в качестве коллеги по работе, если есть у вас такой мужчина, будьте с ним крайне осторожны, потому что он будет плести интриги за вашей спиной, что может повлиять не очень хорошо на ваши финансовое положение, потому что тут я вижу по финансовому положению, здесь может быть даже потеря денег как раз-таки из-за каких-то провокаций. Еще что здесь может быть по финансовой сфере, то есть ваши мечты о деньгах получается, ну если вы о деньгах мечтаете, да, ну или о деньгах в том числе,
об увеличении зарплаты, об увеличении прибыли, то вот здесь будет наоборот. Во-первых, будут какие-то провокации с деньгами, а во-вторых, возможно, вам предложат какой-то нечестный заработок, и вы можете потерять свои деньги. Что значит нечестный заработок? Мошенничество, я бы сказала. Ну, скажем, очень часто предлагают вложить куда-то деньги под большой процент. Ну, потом, естественно, люди этот процент не получают и зачастую своих денег тоже не получают. Поэтому вот тут вам предупреждение от семерки мечей. Будьте осторожны. Скорее всего, здесь вот, загаданное вами время будет какое-то нечестное предложение, из-за которого вы можете потерять свои деньги. То есть понятно, что под влиянием фантазии, иллюзий ваших мечтаний, естественно, вам захочется чего-то. Ну, хочется и сейчас, скорее всего. Но будьте внимательны. То есть нужно еще включать логику. И все, что вам предлагают, очень тщательно проверять. Проверять не только по той информации, которую предоставляют вам люди, которые это предлагают, но и другую информацию, да, то есть здесь очень важно все скрупулезно проверять. Дальше. Как повлияют ваши фантазии на эмоциональную сферу? Вы закроетесь от всех людей и будете жить в своих фантазиях и иллюзиях, мечтая о лучшей жизни, мечтая об успехе, об исполнении ваших желаний. Конечно, я вам этого делать не советую. Вот. И не советую куда-то вкладывать деньги. То есть лучше никуда не вкладывать. И ну, там, как бывает, предлагают какое-то предприятие, какую-то организацию вложить деньги. Не стоит. Здесь будьте внимательны. Дальше. По здоровью, по старшему аркану уверенность. Здоровье вас будет радовать весь период. Здоровье будет в соответствии с возрастом. Возможны легкие сезонные недомогания, типа простуды. Вот. Для некоторых прекрасный период для зачатия, беременности. Обратите внимание на женское здоровье и жидкости организма. Вот такое предупреждение от старшего аркана умеренности. Ну, здесь я, честно говоря, взаимосвязи с вашими фантазиями и иллюзиями не очень-то вижу. Вот. Но, тем не менее, то есть на здоровье, я хочу сказать, ваши фантазии никак не отразятся. Дальше. Как отразятся на работе, карьере и бизнесе? По пажу пентаклей. Скорее всего, и это правильное решение, на мой взгляд, потому что для того, чтобы в жизни чего-то добиться, однозначно нужно учиться. Сколько бы лет вам ни было, 20 или 60, всегда есть чему научиться и что освоить, ну, может быть, что-то освоить новое. Вот для того, чтобы достичь каких-то результатов, о которых вы мечтаете, нужно обучение. То есть вам здесь нужно обучение, тут будут перемены, также в зависимости, вернее, как отразятся ваши мечты об успехе на вашей работе, карьере и бизнесе. Вы куда-то пойдете учиться, что я же говорю абсолютно правильно, и появится у вас шанс в работе. Обучение будет проходить очень успешно у вас все получится. И благодаря обучению вас ждет выгодное предложение. Причем здесь не важно, работа у вас, карьера или бизнес, работаете ли вы, или только ищете какое-то новое место работы, или хотите поменять работу, или у вас свой бизнес, или бизнес хотите начать. В любом случае, обучение – это самый правильный шаг к достижению ваших целей. Вот. И, естественно, будете учиться, и тут же будет выгодное предложение. Либо по работе, либо, может быть, там, где вы работаете, повышение в должности вам предложат, вполне возможно, в связи с вашим обучением.
либо новое место работы, либо в бизнесе, то есть бизнес начнет развиваться и будут какие-то выгодные предложения вам по вашему бизнесу уже в загаданный вами период. То есть обучение здесь будет ключевым моментом. Но это не неожиданные перемены, да? Вы ждете просто неожиданных перемен, а ваши ожидания, ваши мечты, иллюзии вот таким образом будут влиять на вашу жизнь. То, что вы пойдете учиться. То есть придете к тому, что вам нужно учиться. Кто-то, может быть, даже сменит профессию. Вполне возможно, по этим картам смена профессии. Вот. Но, по крайней мере, вы займетесь тем, что вам интересно. Либо, может быть, поменяете работу. Либо это будет просто выгодное предложение. Либо это новая должность. Либо это предложение сотрудничества по бизнесу. Сотрудничество, я не имею в виду партнерские отношения. Я имею в виду, что кто-то вам предложит, скажем, постоянно, регулярно приобретать вашу услугу, товар, продукт на постоянной основе. И это будет очень выгодным предложением, именно на выгодных для вас условиях. То есть здесь действительно будут вот такие перемены, но они будут не неожиданными, да, а именно подготовленные вами. Дальше, в личной жизни, что я тут вижу? Тут по разным форматам отношений, конечно, я расскажу. Если вы одиноки, то появится в вашей жизни мужчина, и будут любовные отношения, причем любовные отношения. Смотрите, вот не с этим, не со светленьким мужчиной, а в вашей жизни появится мужчина, у которого черные волосы, темные глаза. Он тоже будет моложе вас. Но мужчина будет с серьезными намерениями, и уже в загаданное вами время у вас не только мужчина появится, но и стабильные, серьезные отношения. А еще вы с этим мужчиной поедете отдыхать. То есть, в принципе, ваши фантазии и иллюзии постепенно, но подготовленные вами, начнут воплощаться в жизнь. Но вам нужно будет приложить для этого усилия, естественно. Дальше. Для тех, у кого роман на расстоянии, встреча с мужчиной будет. Ну, скорее всего, не одна. Это будут такие стабильные, серьезные отношения. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Смотрите, в зависимости от того, какое описание больше подходит вашему мужчине. Если он светленький, то примирения не будет, потому что у вас черненький мужчина появится для серьезных отношений. Если же у вас мужчина черненький, да, то появится еще какой-то светленький поклонник, но с ним отношения будут не очень хорошие. Ну, то есть не стоит поддаваться каким-то чувствам или эмоциям. Ну, а там жизнь ваша, как я всегда говорю, смотрите сами. Вот. А вот с черненьким мужчиной будут прекрасные, стабильные, серьезные отношения. Для тех, кто в паре, возможно, предложение руки и сердца, помолвка и даже брак. А также свадебное путешествие. Для тех, кто в браке, счастливые, стабильные отношения, которые будут вас радовать, и плюс какая-то поездка в путешествие. Дальше. Итог, девочки, итог. Ну, я не могу сказать, что это итог каких-то неожиданных перемен. Это итог ваших собственных ожиданий данных перемен. Но здесь действительно у вас будет вспышка энергии, желание много делать, начало нового дела, как я сказала, после обучения. Вот. Страсть в отношениях, перспективные идеи у вас тут будут, которые принесут вам исполнение каких-то ваших целей, желаний. Начало перспективного проекта, новый старт какой-то, новый бизнес, новое направление в бизнесе, новая работа, новая должность. Прилив сил, зарождение страсти, для кого это новые отношения будут. То есть итогом идет зарождение страсти. Но у кого уже есть отношения, это всплеск
страсти в ваших отношениях с мужчиной. Вот. А также по тузу жезлов это может быть переезд или поездка. Вот тут я сказала, что будет какая-то поездка, какое-то путешествие, скорее всего, с вашим мужчиной. Или не с вашим, или с другим мужчиной. Потому что мужчин здесь двое. И наличие соперника я тоже вижу. Но я вижу, что все-таки к этому мужчине, который не очень хорошо вам идет, вы будете закрыты в чувствах, а вот с этим мужчиной я вижу стабильные, долгосрочные, серьезные отношения с перспективой брака. Поэтому ориентируйтесь именно на описание двух мужчин. Вот такая ситуация, девочки, для вас будет. То есть неожиданного ничего не будет. Все события вами подготовлены. Но вы будете ждать. Вы будете ждать именно какого-то неожиданного, грандиозного успеха. Вот. Еще раз говорю, не ждите, а больше уверенности, что вы заслуживаете этого успеха. У вас однозначно будет этот успех грандиозный. Он уже у вас на пороге этот грандиозный успех. И тогда вот эти все события, которые здесь, собственно, происходят, да, но вы добиваетесь их сами, они будут более яркими, то есть больше будет удачи, успеха вам сопутствовать, если вы отпустите ситуацию, если вы не будете прям ждать, а будете именно говорить о том, что вы достойны успеха, вы достойны получить там, не знаю, высокую зарплату, достойны того, чтобы ваш бизнес успешно развивался, ну и так далее и тому подобное. То есть больше уверенности в себе, что вы и так уже на гребне успеха, да, вы и так уже много, то есть проанализируйте. Я не вижу, чтобы вы сидели на диванчике. Вы действительно много делаете, способны многого добиться. Но вот это ожидание успеха, оно немножечко, не немножечко, очень даже сильно блокирует ситуацию. Вы знаете, вы вот так прямо с надрывом добиваетесь всего. Легче, нужно легче добиваться всего или проще ко всему относиться. На этом желаю вам счастья, радости, удачи, успехов вам во всех ваших делах. Переходите в конец видео, там, как всегда, будет карта исполнения желаний. А я перехожу к следующей позиции. Следующая колода карт у нас с вами это Таро Миллениум. Это новая колода, последняя колода из трилогии под авторством Ренаты Лехняш. Замечательная колода Таро Миллениум. Вот такая колода, на которой мы сегодня будем рассматривать неожиданные события, ситуации, перемены для всех, кто выбрал эту колоду. Итак, девочки, смотрим. Какая неожиданность вас ждет загаданное вами время? Надеюсь, что время вы загадали от 3 месяцев до года. Смотрим, конечно, самое важное, самые важные перемены. Не просто важные, а именно неожиданные перемены, которых вы не ждете. Потому что в жизни, да, так часто бывает. Итак, девочки, смотрим. Первый вопрос. Какая неожиданность вас ждет в загаданное вами время? Угу. Что данные неожиданные события и ситуации принесут вам хорошего? Угу. Что не очень хорошее будет в связи с этими ситуациями или событиями. Угу. Как эти события отразятся на вашей финансовой сфере? Как данные события отразятся на эмоциональной сфере? На здоровье.
На работе, карьере и бизнесе. На личной жизни. Красивые карты очень. Итог неожиданных событий. Ну, здесь больше всего перемены коснутся именно сферы работы, карьеры, бизнеса и финансов. Ну, понятно, что финансы в любом случае взаимосвязаны, естественно, с работой, карьерой и бизнесом. То есть вот этих сфер. В личной жизни тоже будут перемены, но это будут перемены уже как следствие вот этих неожиданных событий. Следствием будут перемены в личной жизни. Ну, рассказываю тебе, девочки, все подробно. Итак, девочки, самое главное – это неожиданные события и ситуации, которые произойдут в загаданное вами время от 3 месяцев до года. Зависит от того, какое время вы загадали. И это принц кубков. То есть в вашей жизни появится какой-то мужчина, но у всех он появится по-разному. Но появится он действительно неожиданно. Для кого-то это действительно будет мужчина с чувствами для личной жизни. Но здесь я четко, то есть в сочетании с картой десятка пентаклей, я вижу, что это, то есть если вы в паре или в браке, то здесь мужчина у вас появится в деловой сфере. То есть здесь любовника нет, не предвидится загаданное вами время именно любовник. И у большинства из вас, скорее всего, мужчина все-таки появится именно в деловой сфере, то есть в сфере работы, карьеры и бизнеса. Сейчас расскажу, какие будут неожиданные перемены в связи с появлением этого мужчины. Но для начала давайте дам его описание. Это мужчина, светлый шатен, с голубыми или зелеными глазами. Мужчина младше 35 лет. Если вы значительно старше 35 лет, то мужчина, скорее всего, будет младше вас на год, два, пять. А мужчина такой обаятельный, очаровательный, творческий. Рыцарь кубков. Кроме того, очень такой чуткий, красивый. Образованный, галантный, с прекрасными манерами, склонный к лести и манипуляции. Вот. Но вот эти качества все, собственно, они как раз-таки позволяют ему быть вам полезным для работы, карьеры или бизнеса. Ну, кроме того, он симпатичен, да, симпатичен, а он еще чувствительный, эмоциональный, конечно же. Но это не негативные эмоции, а именно такие позитивные, ну, достаточно спокойные, но позитивные. То есть это радость, какое-то веселье, знаете, он такой веселый, добродушный, зачастую душа компании. Вот. Сразу скажу, что если вы одиноки, то мужчина, скорее всего, здесь неожиданно появится именно вам для личной жизни, потому что я тут вижу крепкие, серьезные отношения. Для всех остальных девочек мужчина появится, как я уже сказала, именно в деловой сфере, то есть именно для работы, карьеры и бизнеса. Теперь рассказываю конкретно, какие же неожиданные перемены будут у вас в работе с появлением этого мужчины. Если вы в поисках работы, то с появлением этого мужчины, то есть он лично он вам либо сам предложит какое-то место работы, либо поможет вам устроиться, то есть какое-то выгодное предложение от него будет по работе.
Если вы работаете, но мечтаете работу поменять, то неожиданно появится вот этот мужчина и предложит вам какое-то новое место работы. Причем мужчина не из прошлого, а вот как-то так будет, то есть действительно он появится неожиданно, и причем мужчина, скорее всего, вам незнакомый. Ну, скажем, вы будете думать, мечтать, может быть, что-то просматривать. И вот как-то так получится, что этот мужчина вам либо предложит новое место работы, либо посоветует какое-то место работы, либо поможет устроиться. Если же вы работаете, но работу не собираетесь менять ни за что, вот, то есть у вас все прекрасно, то здесь я вижу, девочки, повышение в должности. Либо смена работы, но также с повышением, да, это может быть, то есть при смене работы может быть уже повышение в должности, может быть просто зарплата будет выше. Ну а для тех, у кого стабильное место работы, будет именно повышение в должности благодаря вот этому мужчине. Этот мужчина для вас может быть либо начальником, вполне может быть, что и начальник у вас такой молодой, и вполне возможно какой-то коллега по работе, который, скажем, предложит вашу кандидатуру для повышения в должности. Для вас это будет очень неожиданно. Вот. В любом случае, это событие действительно неожиданное. Дальше. Что касается бизнеса. Неожиданно благодаря вот этому мужчине, кто он будет? Может быть, клиент, может быть, ваш работник новый, либо уже существующий работник тоже может быть, либо партнер по бизнесу, либо мужчина, с которым вы вдруг начнете сотрудничать. Ну, скажем, если у вас магазин, скажем, он вам предложит какой-то товар, благодаря которому ваш бизнес начнет резкое развитие. То есть самое главное, что благодаря появлению вот этого мужчины, что он неожиданно просто появится в вашей жизни, произойдет именно быстрое и резкое развитие вашего бизнеса. Вот. Так что, кроме того, что развитие, прямо продвижение, я бы сказала, неожиданное, быстрое продвижение вашего товара, продукта или услуги. И, естественно, прибыль постепенно будет. Но смотрите, неожиданно пойдет продвижение вашего товара, услуги или продукта, но прибыль будет увеличиваться постепенно, достаточно медленно. Вот. Но уже здесь прекрасные предпосылки именно для процветания вашего бизнеса, для перехода вашего бизнеса, скажем, на какой-то другой уровень. То есть ваш бизнес будет приносить именно хорошую, достойную прибыль. И постепенно эта прибыль будет увеличиваться вот благодаря появлению вот этого мужчины. Вот. Поэтому здесь я вижу больше деловую сферу, но для тех, кто одинок, судя вот по этим картам и по десятке пентаклей, я хочу сказать, что все девочки, кто смотрят данный расклад, то есть неожиданное появление мужчины принесет вам еще и серьезные отношения. Ну, дойду до личной жизни, еще раз скажу вам. Влияние, да, то есть появление вот этого мужчины и влияние на вашу личную жизнь. Дальше, девочки, что хорошего принесут вам эти неожиданные события по королеве кубков? Как я уже сказала, медленное, но стабильное развитие бизнеса. Если это перемена работы или новое место работы, то вы будете довольны, счастливы. Вам все будет нравиться, вы ощутите именно свое признание, то есть работа, как приносящая удовольствие. Вот. Работа, которая вам будет нравиться. Прекрасные будут отношения и с начальством, и в коллективе. Это при смене работы. Если же это новая должность, то и на новой должности вы будете себя чувствовать очень и очень хорошо. То есть вам будет все нравиться. То есть вы не из тех людей, кому нужна должность для того, чтобы манипулировать
или командовать другими людьми. Вы действительно почувствуете себя на своем месте. Дальше, что будет не очень хорошего? По четверке кубков это какая-то ситуация, то есть, смотрите, какое-то вот ожидание или какая-то ситуация будет предшествовать вот этим неожиданным переменам. Какая-то ситуация застоя, скуки, ожидания чего-то. Вот. И дальше, да, то есть мы же смотрим именно как вот эти перемены повлияют на ваше будущее, то есть что будет не очень хорошего, тоже какая-то ситуация, то есть перемены неожиданные произойдут, а потом какая-то все равно будет ситуация застоя, скуки, чего-то вы будете ждать еще. Вроде бы работа устраивает, и бизнес прекрасно развивается, но как-то вот почему-то вам станет немного скучно, чего-то вам захочется еще. Не знаю я уж почему, тут в принципе события такие замечательные все будут. Но еще раз говорю, такие карты все медленные. Может быть, это и будет вас сильно напрягать, потому что медленно будут и развитие бизнеса будет происходить медленно. Да? И хотя мужчина появится именно неожиданно, но все остальные события, о которых я говорю, они не неожиданно будут происходить, они будут медленно происходить. То есть не сразу вот появился мужчина, и все сразу ваш бизнес пошел вверх. Нет, так не будет. Будет медленно. Здесь старший аркан звезда, карта медленная, умеренность, карта медленная. Вот. И при этом, конечно, работать вам тоже придется много. Здесь много пентаклей. То есть вам придется очень много сил, энергии вкладывать в работу. В работу или в бизнес. Вот. Поэтому и будет, возможно, у вас такое ощущение. Дальше. Старший аркан звезда. Это финансовая сфера. Как данное событие повлияет на финансовую сферу. Старший аркан звезда говорит, что постепенно будет увеличиваться зарплата или прибыль. То есть не сразу все это получится, но перспективы очень даже хорошие. И в работе, и в бизнесе. Дальше. Эмоциональная сфера. То есть как вы себя будете чувствовать после этих внезапных перемен, после появления этого мужчины, того, что постепенно все начнет развиваться. Будете чувствовать себя совершенно спокойно по старшему аркану умеренность. То есть, в принципе, у вас будет внутренняя гармония, спокойствие, но при этом тоже некоторая такая, ну, то есть слишком медленно для вас все происходит. То есть вам бы хотелось все быстрее. Вот. И такое ощущение застоя и скуки тоже будет. Плюс вот здесь по нескольким картам такой монотонный упорный труд. Вот. Ну да, для того, чтобы добиться успеха, нужен вот этот монотонный упорный труд. Дальше. По двойке пентаклей это здоровье, как на здоровье отразятся данные перемены. Состояние здоровья будет нестабильное, хотя в принципе ситуация спокойная. Ну, появится мужчина неожиданно, но в целом ситуация спокойная, то есть все остальное будет идти медленно. Вот. Но здесь, смотрите, здесь не заболевание, здесь именно будут психосоматические заболевания. Что, о чем это говорит? Это когда постоянно появляются разные симптомы, а заболевания никакого нет. Вот. Просто вам нужно перестать себя накручивать. Видимо, вот из-за монотонного упорного труда, из-за того, что много будет работы, и будут такие психосоматические заболевания. Ну, часто так бывает. То есть просто, чтобы вы понимали, что если будут разные симптомы, а заболевания в итоге никакого нет, то, скорее всего, это психосоматика. Ну, потому что организм хочет какой-то передышки или какого-то движения. Потому что когда у нас идет какое-то движение, то тогда прибавляется энергия, и мы как бы тогда не чувствуем усталости. А когда вот этот монотонный упорный труд, то мы начинаем
чувствовать усталость, какую-то скуку, и то надоело, это надоело. И организм начинает искать выход из этого. А как вы можете отдохнуть? Ну, только если какая-то болезнь появится, да? И поэтому могут появляться какие-то симптомы. Это и есть психосоматика. Дальше. Как отразятся данные перемены на работе, карьере и бизнесе? Это девятка пентаклей. Тут вы будете довольны и счастливы. Ну, как я уже раньше сказала, сразу, когда рассказывала перемены, сказала, что перемены больше всего коснутся именно этой сферы. Причем перемены действительно внезапные, но будете чувствовать вы себя на высоте. Это смена статуса. Я имею в виду профессионального. То есть это именно в профессиональной сфере. То есть либо это новая должность, либо это новая работа, либо смена работы с повышением должности и зарплаты. Или зарплаты. И-или. У всех будет по-разному. Ну, потому что это общий онлайн-расклад. Так что здесь все будет замечательно. И зарплату вам повысят. И бизнес будет развиваться, радовать, прибыль будет увеличиваться. Но тоже медленно. Здесь видите медленные карты. Девятка Пентаклей тоже карта медленная. Но при этом очень стабильно. То есть стабильно, но медленно будет увеличиваться финансовая часть. Вот, и работа будет очень стабильной. Вам будет все очень нравиться. Самое главное, вам будет нравиться ваша должность, ваша работа, ваш статус. Вы будете довольны собой, по большому счету. Про бизнес. Развитие стабильное. Развитие бизнеса здесь тоже по девятке пентаклей. Но при этом работать придется, да, действительно много. Дальше. На личной сфере как отразятся данные изменения? Неожиданные изменения. Здесь для тех, кто одинок, я уже сказала, да, о том, что мужчина появится в вашей жизни. Для серьезных, стабильных отношений. Поэтому и, возможно, уже в загаданный вами период, тем более, что он не маленький, этот загаданный вами период, вполне возможно, что вы начнете уже с этим мужчиной и совместное проживание, возможно, даже заключение брака. Потому что если вы загадали, к примеру, год, то, в принципе, это вполне достаточно времени. Причем отношения будут стабильные и серьезные. Я бы сказала, что вот этот мужчина надолго войдет в вашу жизнь, лет на 10 по десятке пентаклей. Единственное, чего мало будет, смотрите, мужчина очень чувственный, да, он к вам с чувствами. Но тем не менее, а вы как-то вот более спокойная, хотя изначально он, конечно, раскроет вашу чувственность, но по большому счету, смотрите, есть еще со стороны мужчины, который появится, некоторый меркантильный интерес к вам. Вот, то есть это имейте в виду. То есть я вижу просто, что вы и старше его, и выше по статусу. И, возможно, по материальному положению. Но при этом союз будет крепкий и долгосрочный. Но постепенно в вашем союзе все равно не могут высокие чувства, вот эта чувственность, да, быть постоянными, естественно. То есть то спады, то подъемы, то больше чувств, то меньше. То есть некоторое охлаждение. Но при этом союз будет действительно очень крепким и долгосрочным. Хотя со временем чувство будет становиться все меньше и меньше. Но все в ваших руках. Устраивайте всплески чувственности с вашим мужчиной. Ходите куда-то, развлекайтесь. Можете поехать куда-то. Ну, то есть потом уже позже, когда поймете, что чувства немножечко подостыли. То есть устраивайте развлечения, всплески чувственности. Дальше. Для тех, кто в паре или в браке, неважно, роман на расстоянии у вас или в реальности, то есть независимо от того,
с каким мужчиной вы в паре или в браке. Здесь именно смена вашего статуса, да, появление вот этого другого мужчины в вашей жизни повлияет на личные отношения с вашим партнером или мужем. О, тоже очень хорошо. Это укрепление отношений. Вступление в брак, если вы еще не в браке, начало семейной жизни, укрепление семейных отношений, семейных ценностей. Также возможно, что вы займетесь благоустройством дома, для кого-то это свадьба, помолвка. Отношения ваши будут прочные для тех, кто в паре или в браке. Для кого-то вы узнаете, ну, во-первых, это фундаментальные отношения, действительно крепкие и долгосрочные. И для кого-то это может быть, что мужчина вам в загаданный период скажет о том, что он хочет с вами именно семейных отношений. То есть здесь в любом случае именно серьезные семейные отношения. Может быть для кого-то, что это начало совместного проживания, но потом вы все равно придете к браку. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Здесь смотрите по описанию этого мужчины. Либо вы, произойдет примирение и переход на новый, более серьезный уровень отношений, а также у некоторых восстановление, возобновление отношений именно с тем мужчиной, с которым у вас ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод, если соответствует описанию вот этого мужчины. Если описание вашего мужчины не соответствует, то, скорее всего, в вашей жизни появится новый мужчина, с которым у вас будут действительно серьезные отношения. И уже в загаданный период либо совместное проживание, либо брак. Хотя мужчина будет младше вас. Дальше, девочки, итог. Итог отношений. Итог неожиданных перемен. Не только отношений, а во всех сфер. Итак, по восьмерке пентаклей, девочки. Ну, во-первых, необходимо действительно много работать для того, чтобы получить прекрасные результаты труда. Видите, здесь дерево с цветами, да, то есть, ну, пока еще не плоды, но для того, чтобы получить заслуженный успех, получить должность или прекрасное место работы, повышение зарплаты, премии или развитие вашего бизнеса, да, действительно нужно упорно и целенаправленно трудиться. Вот. Обучение. Хотя вот здесь больше ни по каким картам я обучение не видела, но для некоторых именно обучение благоприятно скажется на продвижении вас по карьерной лестнице или на продвижении бизнеса. Дальше. К концу загаданного периода, это у нас итог, будет налаженный бизнес, приносящий постоянную стабильную прибыль, причем увеличивающуюся, да, именно развитие бизнеса. Для тех, кто работает, стабильная работа, именно уже налаженная. Ну, почему монотонная? Потому что, видимо, одни и те же обязанности вам нужно будет выполнять, поэтому монотонный, ну, достаточно тяжелый труд будет все-таки. Упорный, да, монотонный, упорный труд понадобится для того, чтобы добиться успеха. Но, честно говоря, оно того стоит. Вот. Так что работа у вас будет стабильная, зарплата стабильная, стабильно развивающийся бизнес, приносящий хорошую прибыль. Но работать придется много, говорит восьмерка пентаклей.
Вот такие будут для вас неожиданные события. То есть появится неожиданно какой-то мужчина. И вот так все в вашей жизни. Не могу сказать, что прям перевернется, да. Но именно много всего произойдет в вашей жизни. Но больше всего именно сфера работы, карьеры и бизнеса. Но за ней произойдут перемены и в финансах, естественно, и потом еще и в личной жизни. Но при этом все равно, конечно, вам придется прилагать очень много усилий. И все будет идти медленно. То есть вот весь загаданный вами период, вот постепенно все это будет улучшаться, увеличиваться. Но это не будет мгновенно. Это все будет идти постепенно. На этом, дорогие мои девочки, все у вас будет замечательно. Желаю вам счастья, радости и удачи. И сейчас, как всегда, в конце видео будет карта на исполнение желаний. Карту исполнения желаний я сегодня и буду доставать из колоды Таро Миллениум. Это замечательная новая колода, которую мне подарила одна замечательная девушка. И эта колода теперь радует вас. Итак, загадывайте желания. Желания загадывайте правильно. Внизу под этим видео есть ссылочка на мою группу ВКонтакте «Зеркало судьбы». Там вы можете найти и правила загадывания желаний, и комплименты мужчинам, и рецепты вкусных блюд. Также я еще оставляю вам в комментариях, смотрите, первый комментарий всегда мой, в комментариях тоже вам оставляю и полезные ссылочки на другие мои видео, и также свои контакты и ссылку на группу «Зеркало судьбы». Итак, карта исполнения желаний для всех, кто подписался или уже подписан на мой канал и поставили лайк под этим видео. И это принцесса мечей, которая говорит о том, что ваши желания исполнятся, исполнятся очень быстро. Может быть, даже где-то неожиданно для вас, потому что по мечам это действительно какие-то неожиданные события. То есть хотели, хотели, ждали, ждали, а желание исполнится неожиданно. Как раз в тот момент, когда вы ждать не будете. Но еще один момент по принцессе мечей. Для исполнения вашего желания вам нужно проявить интеллект, свой интеллект. То есть что-то сделать такое умное в отношении вашего желания. Вот подумайте, проявите интеллект, то есть подумайте, проявите интеллект, и желание исполнится. Чего я вам искренне и от всей души желаю. Еще раз, дорогие мои девочки, желаю вам всем счастья, радости, удачи, удовольствий побольше от вашей жизни, побольше радости. Больше улыбайтесь. Всего-всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.